Роман Джона Кеннеди и Жаклин Бувье развивался стремительно. Они познакомились на обеде у знакомого журналиста, а после пошли гулять в парк и чуть не угодили в полицейский участок за непристойное поведение. Только известность Джона Кеннеди, он уже был конгрессменом, спасла их от позора. Говорят, в полицейских архивах штата Виргиния запись о том происшествии осталась до сих пор. Спустя год после страстного свидания Джон сделал Жаклин предложение. Она его с радостью приняла, разорвав помолвку с другим. Джон был красивее, а главное – богаче. Она девочка, пережившая Великую депрессию. Это время, когда все теряли деньги, и это была страшная бедность, ужасающая бедность. Очень часто люди, дети, пережившие бедность, так же, как дети, пережившие голод, так же, как дети, пережившие сироты из детских домов, в детстве клянутся внутренне себе, чтобы ни за что, то есть я сделаю все, что угодно, как Скарлетт О'Хара, я буду воровать, только чтобы у меня было, чтобы я не осталась бедной. 12 сентября 1953 года. Джо Кеннеди – один из влиятельных людей Америки. Его состояние оценивается в 400 миллионов долларов. Женит своего сына. Приглашенных 1500 человек. Много политиков, актеров и фотографов. Родители невесты и не мечтали о таком размахе. Но возражать отцу жениха, будущему свекру, не стали. «Это вы просто выдаете дочь замуж, а я знакомлю страну с будущей первой леди». Так сказал глава клана Кеннеди. И невеста Жаклин Бувье все же надела подвенечное платье, которое ей так не нравилось. Она должна была быть воплощением мечт этих среднестатистических американок. Она не любила это платье, она называла его абажуром, она часто подсмеивалась, об этом знали все в семье. Но все-таки в сочетании, вот 50 метров тафты пошло на это платье, бабушкина фата, изумительной красоты колье и браслет бриллиантовый, все это в совокупности дало картинку, которая сыграла свою роль в создании общего образа будущей первой леди. Он опять резвился, как жеребец. Жаклин вовсе не собиралась устраивать мужу истерику. Что с него взять? Он, как всегда, только улыбнется да разведет руками. Во всем виновата она сама. Знала ведь, что выходит замуж за бабника. Но наивно думала, что он изменится. Женщина может сохранять внешнее спокойствие при том, что она узнала об измене, о постоянных изменах мужа, но при этом она в душе этого не прощает, и это может откладывать отпечаток на всю жизнь при половых общениях с мужем. То есть ее половое влечение к нему могло уменьшиться. Она не оправдала их надежд. По принятой в семье Кеннеди традиции, молодая жена должна забеременеть в первый год после свадьбы. Жаклин Кеннеди было горько и обидно. Разве она виновата в том, что вначале ей пришлось сделать аборт, а потом ребенок, которого она так ждала, родился мертвым? Жаклин плакала и сжимала от бессилия кулаки. Во всем виноват Джон, ведь это он заразил ее венерической болезнью сразу же после свадьбы. Хламидиоз – очень грозное заболевание. И на сегодняшний день мы боремся с ним, и все равно мы имеем достаточно сложные последствия, такие как бесплодие, да, трубное бесплодие, когда женщина, заразившись хламидиозом, теряет маточные трубы и, естественно, после этого не может забеременеть самостоятельно. Поэтому неудивительно, что Жаклин Кеннеди, вступив в брак и получив такое грозное заболевание, в первое время не могла беременеть. Темноволосый, голубоглазый, загоревший бок. На самом деле Джону Кеннеди еще повезло, что он дожил до 37 лет. Кеннеди не вылезал из больниц все детство и всю юность из-за травм, полученных в армии. Иногда ходил на костылях. Недостаточность надпочечников вызывала головокружение, мышечную слабость, депрессии.
Именно из-за болезни кожа Джона темнела, и он выглядел загоревшим. У Жаклин была маленькая грудь почти нулевого размера, была большая нога 41 размера. У нее было квадратообразное лицо. Некоторые злые языки говорили о том, что это прямой квадрат, и по нему можно изучать геометрию. Были достаточно широко поставленные глаза. Икона стиля. Так назовут ее позднее. До того, как Жаклин вышла замуж за Джона Кеннеди и полюбила лучших модельеров мира, она не была ни модной, ни красивой. У Жаклин практически не было талии, ноги не отличались особой длиной. Она себя приучила, что образ интеллигентной, респектабельной дамы из высшего общества, он предусматривает полную закрытость, как у королевы британской, полную закрытость для общества. Крупные пальцы Жаклин прикрывала перчатками. Большую стопу – бежевой обувью. Плоскую грудь маскировала огромными пуговицами. А однажды найденную удачную прическу носила всю жизнь. Ни одному фотографу не удалось запечатлеть Жаклин Кеннеди пьяной или курящей. Хотя она выкуривала по две, а иногда по три пачки в день. Я думаю, что это как бы ощущение «я хочу чему-то соответствовать». Вот это ее внутреннее ощущение соответствия какому-то идеалу она старалась реализовать. Именно поэтому сюда можно отнести как бы отсутствие снимок ее курящей, сюда в те наряды, которые не вписывались в норму тогдашней Америки. То есть она старалась быть уникальной, она старалась быть исключительной. Они были абсолютно разными, в один голос утверждали все, кто знал эту пару и когда-либо бывал у них на вечеринках. Утонченная, выдержанная, хорошо воспитанная Жаклин подавала гостям вино, фрукты и французский сыр. Любила свечи, музыку и тихие домашние разговоры о балете, Бодлере. Поковыряв вилкой заплесневелое угощение, гости выжидательно смотрели на Джона. Джон вставал из-за стола и возвращался с огромным блюдом. На нем могло быть все, что угодно. Жареная картошка, гамбургеры, шоколадное мороженое. Гости отбрасывали вилки, хватали еду руками. Куда-то девалась утонченность, гасли свечи, мягкая классическая музыка перерастала в ритм модной тогда мамбы. Иногда Джон выпивал лишнего и громко, непременно стуча кулаком по столу, рассуждал о политике. В это время Джеки тихо забивалась в уголок. Позднее Джон Кеннеди признается своей очередной подружке. «Я женился, потому что мне уже было 37. А если мужчина в 37 лет не женат, значит, думают люди, он гомосексуалист. А Джеки очень понравилась моему отцу. Милая, умная, хорошо воспитанная». 3 года пролетели как один день. Джон под влиянием жены наконец-то перестал ходить в мятых рубашках и грязных туфлях, а она, Жаклин, постепенно избавлялась от страха толпы. Хрупкое семейное счастье разбилось в один день. Жаклин была на 8-м месяце беременности, а Джон очень устал от очередной предвыборной кампании. И он уехал отдыхать на яхте в Средиземное море. В это время Жаклин в больнице на пороге смерти. Вот-вот может потерять ребенка. Причина – то ли старые болезни от Джона, то ли привычка много курить. Но здесь, мне кажется, сложилось все в комплексе. Во-первых, женщина перенесла такое сложное венерическое заболевание, как хламидиоз. То есть навсегда уже остались последствия. Все равно какие-то воспалительные элементы остались. Вылечить на тот момент ее абсолютно не могли просто. Во-вторых, фактор курения для женщины – это ужасный фактор, потому что, скажем так, будучи беременной, в первую очередь страдает ребенок, страдает плацентарный комплекс. 3 дня родственники пытались дозвониться Джону на яхту. Когда он прилетел из Средиземноморья в Америку, было уже поздно. Дочь родилась мертвой. Жаклин слаба и безумно обижена на мужа. Развод. И тогда отец Джона Кеннеди, свекор Жаклин, спас их семью. Это он пришел к Жаклин и предложил ей $1 миллион США. За то, чтобы она не бросала его сына. А ведь всем было понятно, разведенным Джон никогда не переступит порог Белого дома.
Особенно в тот момент, когда американцы так чтили семейность, семейственность, семейные узы. В 1960 году. В Америке началась предвыборная кампания. За кресло президента страны сражаются двое. Ричард Никсон, ему уже 47, и Джон Кеннеди, ему всего 43 года. В Соединенных Штатах Америки настоящий телевизионный бум. Телевизоры входят в каждую семью. И именно теледебаты, их проводили в этом году впервые, теперь являются решающим фактором для голосования. Сенатор Джон Ф. Кеннеди. Джон Кеннеди серьезно болен. У него сильные боли в спине, прогрессирует болезнь Аддисона, недостаточность коры надпочечников. Каждый день кандидат в президенты делает себе болезненные уколы кортизона в бедро. Побочный эффект стероидов – легкая форма маниакального состояния, бред и галлюцинации. Но самое главное, и это больше всего волновало Жаклин Кеннеди, ее муж стал гиперсексуален. Я не думаю, что его заболевание и прием гидрокортизона, вот это было, скажем, основным и определяющим в его образе жизни, понимаете? Если у него хотя бы один день не было женщины, у Кеннеди начинала безумно болеть голова. Я не думаю, что это была физиологическая, чисто физиологическая необходимость. Возможно, и была какая-то гиперпродукция гормонов, и была большая востребованность именно в сексе, но не настолько. Итак, дебаты. Джону Кеннеди невыносимо больно. Он держится только на уколах. К слову, перевес в голосах у Кеннеди небольшой, и проиграть дебаты он может, а потому очень сильно волнуется. По воспоминаниям помощников, за кадром осталось самое пикантное. «Найдите мне женщину», – просит кандидат в президенты Кеннеди за пару часов до теледебатов. Через полчаса, вылезая из стенного шкафа, где он занимался сексом, Кеннеди уже спокоен и уверен в себе. Это вполне может быть реальная ситуация. Интуитивно Кеннеди знал, что избиратели не слушают, а смотрят на картинку в телевизоре. Даже когда ему нечего было ответить оппоненту, Джон просто широко улыбался. Мне кажется, что если бы Джон Кеннеди выходил и читал просто таблицу умножения, по крайней мере, женский электорат его только бы увеличивался. Такая сила обаяния в нем была. В сером костюме Никсон выглядел бледным и угрюмым. Один из журналистов сравнил его с клерком, продающим участки на кладбище. Никсон вернулся из поездок по регионам, уставший, он не спал всю ночь, его плохо гримировали, и он сидел прямо напротив софитов. Он потел, по нему тек пот, его не научили правильно вести себя в камере. Это были первые теледебаты в Америке. То ли дело Кеннеди. Белозубый, в белой рубашке с бронзовым загаром. Женщины по ту сторону черно-белого экрана замирали и, конечно же, шли голосовать за этого красавчика. А Кеннеди молодой, хорошо загримированный, подготовленный, больной, но выспавшийся, находившийся в более выгодном освещении, выглядел действительно будущим Америки. Поэтому люди, слышавшие эти теледебаты по радио, они отдали первенство Никсону. Он набрал больше, чем 15% голосов, приоритета, как человек, который отвечал более разумно, логично и красиво. Кеннеди же телевидение показывало картинку. Люди реагировали на молодого политика, который улыбался, красиво уходил где-то от ответа. И картинка была, ситуация была абсолютно противоположной. 10-15% сказали, что Кеннеди выглядел лучше и говорил красивее. В белом атласном платье, бриллиантах от Тиффани, на концерте по случаю инаугурации 35-го президента Америки Джона Кеннеди его жена Жаклин была чудо как хороша. «Направь на нее свет», – отдал команду президент своему помощнику. И луч осветил Жаклин. Отныне она всегда будет купаться в этом пронизывающем свете. И ей это понравится. После концерта, устроенного в честь нового президента, его другом Фрэнком Синатрой, Жаклин не останется на бал. И не узнает, что остаток ночи ее муж провел в объятиях очередной роскошной блондинки – кинозвезды Энджи Диккенсон. А в 3 часа ночи еле стоящего на ногах президента охранники проведут в их спальню.
И знаете, то, что Жаклин смогла вот для всех занять позицию, ну, в общем, я его там разрешила попастись ему на лужку, а потом я дерну за веревочку, и он будет здесь. Вот она выработала такую позицию. Это позиция защиты. Жаклин Кеннеди, хозяйка Белого дома, восходящая звезда. В первые же месяцы президентства ее мужа в Белый дом стали приходить сотни писем. Простые американки спрашивали, каким шампунем пользуется Джеки, крутят ли волосы на бигуди и как к этому относится ее муж-президент. Ах, если бы они знали, как редко видит президент свою жену в постели. Она ничего не могла сделать. То есть, если бы она жестко поставила вопрос о том, что вот или я, или тот образ жизни, который ты есть, я думаю, что ее ультиматум бы ушел в песок, ничего бы не изменилось. Джон бы пожал плечами и сказал, ну решай. А что она могла тогда решить? Отказаться от всего? Она уже была не в силах это сделать, она уже жила в этом. Жаклин Кеннеди была плоскогрудой брюнеткой, а ее мужу всю жизнь нравились роскошные блондинки. Не особо скрываясь, он крутил романы с такими красотками, как Энджи Диккенсон, Джейн Мэнсфилд и Мэрилин Монро. «Зачем женщине ум, если у нее есть грудь?» – любил пошутить президент. На все измены мужа Жаклин закрывала глаза. Она молчала и превращалась в хронического шопоголика. Дымя как паровоз, она ежедневно просматривала все модные журналы. Отбирала по фотографиям туфли, платья, шляпки для себя, ковры, антиквариат, стулья и статуэтки для Белого дома. И скупала все в несметном количестве. Она искала, вот на что можно опереться. И когда она проводила время, там, вот, выбирая какие-то шмотки, действительно, в этот момент снижается уровень тревоги, наступает определенная релаксация, активизируется центр удовольствия. Но это то, что как бы ко всем зависимостям. Только за первый год президентства Джона Кеннеди первая леди промотала $105 000. Это при доходе ее мужа-президента в $100 000. «На что, черт возьми, ты потратила эти деньги?» – негодовал Джон. Женщина, покупающая, в этот момент находится в трансе. Гормональный фон сейчас в этот момент зашкаливает. В момент совершения покупки женщина испытывает возбуждение сродни сексуальному, то есть настолько сильное. Поэтому, безусловно, это приносит удовольствие, выброс эмоций, это отвлекает всех тех сложностей, которыми связана ее обычная жизнь. То есть в этот момент она как бы где-то. Устав от упреков мужа, Жаклин придумала выход. Она подсовывала секретарше Джона свои счета, чтобы он в кипе бумаг подписывал их, не читая. Секретарша спала с президентом и была рада оказать услугу первой леди, которая на шалости мужа закрывала глаза и не выгоняла ее с работы. Когда человек совершает покупку для себя, он тем самым как бы говорит, что я хороший. Потому что это подарок самому себе. Вот этим жестом, вот этим действием человек с заниженной самооценкой повышает собственную самооценку. То есть я же того стою, вот я стою вот этой вещи, а вот это еще более дорогая вещь. Я ее себе покупаю, стало быть, я стою вот этой. Понимаете, это вот это постоянное поднятие самооценки. Спуская большие деньги на свои наряды, Жаклин придумывала необычные способы экономии. Это нововведение Джеки запомнилось прислуге Белого дома как негигиеничная экономия. Первая леди считала, что на балах и вечеринках гости пьют слишком дорогие и крепкие напитки. Отныне крепкие напитки разбавлялись, а бокалы с недопитым спиртным наполняли по новой. Их не мыли, даже если на некоторых были явно видны следы губной помады. Что касается Жаклин Кеннеди, по поводу их вечного спора о ее транжирстве, я имею в виду с мужем, да, она очень качественно отличалась от тех женщин, которые спорят с мужем, и последнее слово за ними, а я тратила и буду тратить. Это не про Жаклин. Она спорила и говорила эту фразу, но она выходила за двери, хлопая даже иногда ими, и своему секретарю говорила, бейте меня по рукам, когда у меня будет тянуться руки к дорогому наряду, потому что она отдавала себе отчет, что она жена президента.
президента. Вот так они и жили. Вечеринка. Жаклин много курит, иногда выпивает несколько бокалов шампанского и не обращает внимания, что ее муж то и дело исчезает с очередной красавицей. Джон Кеннеди не стыдился изменять жене в Белом доме. В шкафу, на столе, в гардеробной комнате. Иногда он покуривал с любовницей марихуану. Говаривали, употреблял наркотики и покрепче. Кеннеди был весел, дерзок и плевал на все. Кеннеди был достаточно развратным мужчиной, как по мне. То есть он не чувствовал отказа нигде. Вот у нас и сейчас есть такие люди, да, то есть чувство вседозволенности. Мне кажется, это тоже ситуация. Просто это вот для того, чтобы доказать себе что-то в очередной раз. Вот. И каждая новая женщина – это для него доказательство своей победы, может, какого-то своего мужского совершенства. А вот эта вот гиперсексуальность и там приемы препаратов – это все мифы, которые вокруг этого появляются. Самые красивые девушки должны принадлежать президенту. Эти кадры, сделанные 19 мая 1962 года на гала-концерте в Madison Square Garden, облетели весь мир. Поздравить президента Джона Кеннеди с 45-летием пришли сливки общества, заплатив за билет по $1000. Развлекать гостей должны были Элла Фиджеральд, Мария Каллас и Мерлин Монро. На тот период времени образ блондинки, пышногрудой, это образ, который был самым сладострастным образом для особенно американских мужчин. Мерлин Монро, это известная фраза, она никогда не волновалась. Она волновала мужчин, и она умела это делать. К 62-му году Мерлин Монро – королева Голливуда и любовница Джона Кеннеди. На киноэкране она красотка. В обычной жизни невыносима. До обеда валялась в постели, там же пила шампанское, ела шоколад и, ничуть не смущаясь, вытирала грязные руки о простыни. Человек в депрессии ищет вещество, которое должно поднять настроение. Все знают, шоколад – это серотонин. Вещество, которое влияет на его эмоциональное состояние. Она уже интуитивно искала себе помощь. Телефон – единственный настоящий друг. Она десятки раз в день звонила своим мужчинам, требуя слов любви. Звонила и в Белый дом Жаклин Кеннеди, заявляя, что Джон скоро женится на ней, а Джеки придется убраться из Белого дома. Джеки реагировала на Мерлин с юмором. Жаклин сумела выйти из этой ситуации, не запятнав себя. То есть она не стала обсуждать, кому достанется Джон. Она действительно себя повела как первая леди, так, как она должна быть. Что Монро – это одна из многих жизней Джона, которая очень хочет присоединить себя к его имени. Но этого не будет никогда, потому что в жизни Джона есть Жаклин. Монро пьяна. Она кутается в меха, и никто до последнего момента не знает, во что она одета. Ее несколько раз приглашают на сцену, но актриса медлит. Она словно сама боится фурора, который произведет. В лучах прожектора Мерлин выглядит обнаженной. На сцене она будто признается Кеннеди в любви. Президент взбешен. Такого позора он не ожидал. После концерта бурное выяснение отношений. Монро хотела замуж. И разрыв. Больше Джон Кеннеди видеть красотку не желал. Первая леди, милая, умная и элегантная, у него уже была. Happy birthday to you. А что же Жаклин? В который раз Джеки выручил ее ум. Узнав, что на концерте будет Мерлин Монро, миссис Кеннеди на концерт не пошла, а чудно провела время на прогулке верхом на лошадях.
Жаклин не захотела быть статистом на этом празднике, не хотела быть в массовке. Понятно, что на празднике был главный герой, ее муж Джон. Вот. И как раз, когда Мэрилин Монро пела «Happy Birthday», она тоже была в массовке, она тоже как бы обслуживала день рождения президента Джона Кеннеди. А вот жена занималась детьми, она как бы постаралась максимально комфортным сделать праздник мужа. Это вот как бы такая вот была фишка. Поэтому, заняв такую позицию, что я первая леди, как я королева, а грязь к мантии не пристает, Жаклин поступила абсолютно правильно. Но Жаклин о Монро не забыла. Отомстила. Расчетливо и жестоко. Поздравляя президента, актриса сорвала съемки фильма. Простой стоил денег. И Монро уволили. Но, по слухам, именно Жаклин через вторых лиц поспособствовала устранению кинодивы с площадки. «Оказывается, Мэрилин не настолько талантлива, раз ее не зовут сниматься», – сказал Джон Кеннеди жене. И больше о любовнице не вспоминал. Через несколько месяцев Монро умерла. Официальная версия – передозировка снотворного. Неофициальная? Ее заставили замолчать люди Кеннеди, ведь Монро грозилась рассказать о своем романе с президентом. Скандал Кеннеди был не нужен. Все же эксцентрическая девушка, отношения с президентом как-то должно было сказываться на безопасности страны. В это время Жаклин, любящая мать двоих детей, то и дело красуется на обложках журналов. Оба малыша появились на свет недоношенными, путем кесарево сечения. И Жаклин много сил потратила на то, чтобы их выходить. Ведь из четверых рожденных детей выжили только двое. На сегодняшний момент выхаживают детей, начиная с 23-25 недель. В те времена не было таких технологий, возможностей врачей-неонатологов, да, врачей, которые занимаются новорожденными, были ограничены, поэтому, возможно, и погибли из-за этого эти дети. У Джона Кеннеди очередная президентская кампания. Жаклин едет с ним в Даллас. Накануне обещали хмурую погоду, и президентская чета оделась слишком тепло для солнечного дня. Джон по правую руку президентского Линкольна, Жаклин по левую. Когда прозвучали выстрелы, они не смотрели друг на друга. Президента забрали в больницу, но врачи оказались бессильны. Второй выстрел был смертельным. Понятно, что у него был шок. И понятно, что потери, и страх, и что будет, и все, и как будет развиваться ее судьба. Услышав сообщение о смерти мужа, Жаклин зашла к нему в палату. Джон был слишком высок для больничной каталки, и его бледные ноги, словно мрамор, торчали из-под простыни. Джеки поцеловала их, потом поцеловала мужа в губы. Молча сняла свое обручальное кольцо и надела ему на мизинец. Жаклин Кеннеди прекрасно понимала, что в этот момент умер ее реальный муж. Но начал рождаться человек-легенда. Скорее всего, сильная женщина Жаклин Кеннеди собрала себя в единое целое. Она была аристократкой, и она сказала себе: «Я буду сильной, я буду себя вести, как римлянка, потерявшая генерала, римского генерала мужа. Все должны достойно выглядеть. Он был достойным президентом, я должна достойно его похоронить». Она не стала переодеваться в чистое. Весь день Жаклин оставалась в розовом костюмчике, забрызганном кровью Джона Кеннеди. «Пусть видят, что они сделали», – только и ответила на предложение переодеться. Затем были похороны. Маленький Джон, салютовавший папе, и убитая горем вдова Жаклин Кеннеди. Конечно, она не потеряла голову от горя. Но мы сегодня с вами говорим о том, что она целый день провела в этом костюмчике, потому что она была в шоке. Вот она настолько тяжело переживала эту трагедию. И это видела в тот момент вся Америка. И вся Америка в тот момент понимала, что Жаклин – это часть Джона, потому что вот она ходит по-прежнему запятнанная его кровью, что она не может с ним расстаться. И это эмоционально зацепило очень многих и заставило как бы боготворить ее как жену Джона вот в тот момент. Первый год после смерти мужа Жаклин то и дело бросалась в крайности. Она то злоупотребляла алкоголем,
то флиртовала со своими женатыми друзьями. Свой первый роман уже вдова Джона Кеннеди закрутила с архитектором, который делал ему надгробную плиту. Возможно, это был просто секс, которого ей так не хватало в браке с Джоном. К слову, информация о ее любовных похождениях в прессу не просачивалась. Когда после смерти мужа Джона Кеннеди она встречалась с какими-то другими мужчинами в ресторанах, либо когда она плакала в ресторанах, то журналисты, будучи рядом, они этого не снимали, они отворачивались, они об этом не писали. То есть они уважительно относились к ней. Мне кажется, все-таки, наверное, была некая договоренность, возможно, семейство даже Кеннеди, которое было очень сильным финансовым, мы понимаем, семейством, о том, чтобы оно имело влияние на основные медиахолдинги, о том, что есть тема закрытая. Мне так кажется. Это, конечно, теория заговора, но очень сложно понять, почему журналисты, среди которых было много людей нечестных, желающих заработать, настолько корректно себя вели. Наверное, все-таки на уровне редакторской политики что-то обрезалось. В конце 1966 года Жаклин Кеннеди – самая популярная женщина в мире. Так решили американцы. За каждым ее шагом следят. Каждый потраченный доллар считают. Жаклин устала. А иконой-то быть тяжело. Иконой-то быть не хочется. Хочется-то быть еще живым человеком. Хочется еще получать от кого-то внимание, от кого-то, извините, получать какие-то и эмоциональные, и материальные бонусы. То есть хочется быть живой. А икона – это уже все. Это уже лик мертвый, да? Анасис обожал заниматься любовью с известными женщинами. Чем более была женщина знаменита, тем яростнее он ее любил, говорила о миллиардере его родная сестра. До встречи с Жаклин Анасис 8 лет встречался с оперной звездой Марией Каллас. Анасис был человеком, который любил обладать. Была Каллас лучшим голосом мира, и она должна была принадлежать ему. Была самой красивой и самой значимой фигура из первых леди вот этого уровня женщина Жаклин Кеннеди, и она должна была быть его женщиной. На Марию Каллас Жаклин было глубоко наплевать. Ее тянуло, может, к Анасису, а может, к его миллиардам. И она вышла замуж. Ну, я не могу понять, почему Жаклин должна была присесть в реверансе и отдать Анасиса Марии Каллас. В конце концов, эта женщина была рядом с ним 8 лет, и за это время он на ней не женился. Значит, не все там было так гладко, не все так хорошо, мы как бы не удаляемся в эту историю, но тем не менее, Анасис хотел жениться на иконе стиля, на вдове президента Кеннеди. Он это сделал, Жаклин приняла это предложение, и она была вправе это сделать. «Вторая смерть Кеннеди», «Джеки, не надо», «Как ты могла?» Именно такими были заголовки газет во всем мире. Ту, которую когда-то боготворили, вмиг возненавидели миллионы. Но она получила все, что могла из этого образа. Она оставалась иконой стиля, и что? Больше ничего ей этого не давало. Она могла только наслаждаться статусом. Но она оказалась зависимой от денег, от семейства Кеннеди снова же, которая перетерпела очень много потерь в это время. И, естественно, ей хотелось некой самостоятельности, независимости. Поэтому, да, для себя и для детей она выбрала, будучи уже достигнув высот славы, она выбрала для себя какие-то высоты независимости финансовой. Она выбрала денежный мешок. Жаклин всего лишь хотела свободы и немного счастья. Ей казалось, что миллиардер Анасис будет носить ее на руках и не пилить за выброшенный на одежду миллион долларов. Мужчина-миллионер, даже маленький, толстый, и ниже ее, если даже он встанет на свой кошелек и с кепкой, он будет достаточно привлекательный и нам, в плане брака. Намного привлекательнее, чем молодой, красивый слесарь. Но все оказалось иначе. Спустя несколько месяцев грек вернулся к своей давнишней любовнице Марии Каллас. И Жаклин это знала. Она опять была второй. А тут еще настырный папарацци открыл на нее охоту и сфотографировал голой. Он готовился к этому больше полугода. Потому что был придуман специальный образ,
такого мексиканского матча, и он был представлен как обслуживающий персонал виллы, на которой отдыхала Жаклин. Семейная жизнь Жаклин трещит по швам. Греческому миллиардеру приходят безумные счета из магазинов. И куда Жаклин девает эти горы одежды, задумался однажды грек. Так открылась страшная правда. Скупая тонны дорогой дизайнерской одежды, Жаклин сдавала ее в комиссионные магазины, а ее банковский счет пополнялся сотнями тысяч долларов. Учитывая, что Насис был старше Жаклин, а Жаклин действительно уже совсем была не юная девочка. Она, конечно, думала о себе, она думала о своем будущем. Жаклин всего 40, а Насису уже за 60. Он стар, болен и вечно всем недоволен. Особенно женой. На его яхте Жаклин даже еду не могла заказать. И себе, и ей заказывал только он, мужчина. Однажды они отправились с друзьями в круиз. Огромнейшая яхта остановилась неподалеку от Багамских островов. Джеки просила мужа, она хочет сойти на берег. Но тот был категорически против того, чтобы жена опять шлялась по магазинам. И тогда Джеки пошла в каюту, переоделась в купальник и прыгнула с яхты за борт. И доплыла до берега. Конечно же, Анасис был унижен. Они начинали уже конкурировать за то, кто из них тут более главный. Да? С одной стороны, Анасис, который имеет кучу денег, с другой стороны, Жаклин, которая совсем не последняя женщина. И вот это и желание Анасиса унизить Жаклин, то есть не извести до положения просто своей жены. И ее ответ «я не такая, чтобы меня ставили на одну доску со всеми» еще раз доказывает, что они конкурировали друг с другом, и эта конкуренция была прежде всего на уровне подсознания. Они не успели развестись. Анасис умер в разгар подготовки к бракоразводному процессу. Это фото Жаклин Кеннеди Анасис с улыбкой встречает гроб мужа, облетело планету. Ну разве объяснишь всему миру, что Анасис был уже стар и болен, что улыбалась Жаклин не его смерти, а его дочери? И тем не менее, весь мир отметил. Джеки стала злой и холодной. Вдова миллиардера Анасиса вернулась в Америку и стала работать простым редактором в издательстве. Она как в молодости, так и уже в старости, она профессионально занимаясь медиа, она открывала тайны известных людей. Она не боялась самого Майкла Джексона расспрашивать о его личной жизни. Но когда дело касалось ее личной жизни, ее семьи, она четко закрывалась от прессы. На все предложения написать свои мемуары Жаклин только отмахивалась. Когда мемуары появляются при жизни какого-то человека, он ведь пишет не только о себе. Он пишет о множестве других людей. Эти люди тоже еще существуют, они будут не согласны. И очень часто подобные книги становятся предметом склок, обсуждений. А Жаклин вот всю жизнь, вот ту иконную жизнь, старалась уйти от вот этой изнанки, от вот этих обсуждений, от вот этих обговариваний того, что не надо. Поэтому выпустить такого джина, пренебречь собственными принципами Жаклин не могла и не хотела. Жаклин Кеннеди умерла в 64 года от неизлечимой болезни и все свои любовные тайны унесла с собой.